Здравствуйте, меня зовут Руслан Киренчанский, это проект о новостройках.ру. Мы не создаем рекламу. Наша цель – предоставить зрителям правдивую и полезную информацию. Сегодня мы находимся в восточном округе Москвы, в районе Богородская, и будем изучать жилой комплекс «Яузапарк», который находится сразу за мной. Когда началась стройка, местные жители практически объявили строителям войну. Они пытались всеми силами не допустить реализации этого проекта. Главное, чего они опасались, это того, что в районе станет слишком много людей. Сейчас в районе Богородском насчитывается по населению чуть более 100 тысяч человек. Поэтому считать, что от одного дома, в котором всего 350 квартир, ну там плюс-минус, здесь станет еще хуже или тесно, не совсем верно. Но, однако, вызывает опасения. Совсем рядом здесь находятся очистные сооружения, и рядом есть снегоплавильная станция, куда свозится весь снег с территории Москвы в зимний период, и потом его плавят и сбрасывают в Яузу. Застройщиком проекта является компания «Главстрой Девелопмент». Здесь возводится трехподъездный многоквартирный жилой дом с переменной этажностью от 18 до 20 этажей. Застройщик предлагает три варианта квартир, это одна, двух- и трехкомнатные. Всего существует 9 различных планировочных решений этих квартир, поэтому есть из чего выбрать. Первые этажи жилого комплекса определены как нежилые, в них будут располагаться социальные службы, такие как магазины, кафе, рестораны и, возможно, будет собственная прачечная. Также в жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг на 360 машин. Причем я напомню то, что квартир всего здесь 352. И будет наземный паркинг, он будет как крытый, так и гостевой. Парковаться здесь будет где не только жителям комплекса, но и жителям других домов, поскольку приобрести машинное место может любой человек. Цены квартир в этом жилом комплексе начинаются от 9 миллионов рублей. Это стоимость за однокомнатную квартиру площадью в 40 или 46 квадратных метров. Квартиры двухкомнатные с площадью чуть более 65 метров стоят в районе 11 миллионов рублей. А большие трехкомнатные квартиры от 90 до 98 метров стоят более 15 миллионов рублей. Жилой комплекс имеет категорию жилья комфорт-класса. Это даже удивительно, поскольку застройщик предлагает своим жителям определенный комфорт проживания, который я бы сравнил бы даже с бизнес-категорией. Инфраструктура в районе достаточно благоустроенная. Здесь есть множество детских садов, школ, поликлиник. Также район достаточно зеленый, огромное количество парков, которые находятся на территории Восточного округа. Есть инфраструктура в виде магазинов, кинотеатров. Поэтому здесь есть чем заняться и есть где проводить свободное время. Район достаточно зеленый. Совсем рядом здесь находится парк культуры отдыха «Сокольники». Также здесь можно добраться за 15 минут прогулочного шага до парка «Лосиный остров», где можно встретить живых лосей, белок и прочих животных. С точки зрения экологии, это такое соседство, оно тоже очень хорошо, поскольку загазованный воздух, который в течение рабочего дня проникает на территорию района, он заменяется чистым воздухом из этих парков. Когда мы говорим про экологическую ситуацию в районе, то всегда обращаю внимание не только на зеленые насаждения, но и на вредные производства, которые находятся в непосредственной близости. Здесь таких производств замечено не было. К примеру, нету никаких мусоросжигательных заводов, либо предприятий по обработке металла. Экологичность района и комфорт проживания, качество воздуха, оно складывается не только из-за направления роста ветров, но также из-за того, что какие парки и зеленые насаждения существуют в районе. Этот район, он окружен парками, поэтому здесь приятно дышаться и приятно находиться. Транспортная ситуация в районе достаточно сложная. Краснобогатырская улица, на которой расположен жилой комплекс «Яузапарк», постоянно забита
машинами. Сегодня воскресенье, и машины свободно ездят. Но в рабочий день ситуация намного осложняется, поскольку в утренний час пик по Краснобогатырской улице сложно выехать как на проспект Мира, так и на Большую Черкизовскую. Соответственно, в вечернее время, когда вы пытаетесь вернуться домой, вы также вынуждены будете стоять в этих пробках. И какой-то перспективы о том, что здесь эти пробки будут ликвидированы, в ближайшем будущем, к сожалению, нет. С общественным транспортом ситуация в районе лучше, поскольку здесь находится станция метро Преображенская площадь, до которой всего 4 остановки на трамвае придется проехать. Дойти до станции можно, но время займет порядка 15-20 минут. А вот он, трамвай, можно на нем ехать. Когда мы произносим «городская набережная», то представляем себе набережную с велодорожками, река в граните, кованые ограждения. Не всегда это так. К примеру, это набережная реки Яузы. Вот жилой комплекс «Яуза-парк». Территория никак не устроена. Она сейчас напоминает такой как бы подмосковный лес. Где-то валяется мусор. Деревья сухостой, поваленные, они представляют большую опасность, поскольку они могут стать причиной пожара. Но я надеюсь, что когда-нибудь эту территорию приведут в порядок, ведь в конце концов, чуть выше по течению, в том же самом Медведково, набережную Яузы облагородили и сделали там прекрасный парк. Точно так же любовь выскочила из-за угла и прицельно ударила мастера, который встретил свою Маргариту. Вы думаете, вас постигнет здесь такая же участь? Вполне вероятно. Но я прогнозирую, что здесь может постигнуть участь намного хуже. Из-за всех этих заборов и сомнительных построек территория настолько неуютная, что надо скорее отсюда уходить. По неизвестной мне причине сейчас происходит процесс реконструкции дорожной сети. Дорожки для пешеходов перекопаны и представляют собой вот это вот месиво из щебня и какой-то строительной пыли. Мне, как пешеходу, остается только, наверное, выйти по асфальт, ну и идти по встречной. Окончание строительства, первый квартал 2017 года. На сайте информации указано про 2016 год. Так как дальше все-таки здание будет построено? Сейчас я буду звонить застройщику, чтобы разобраться в этом вопросе. Они бы еще гимн Советского Союза включили. Жилой комплекс «Яуза-парк», Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, добрый день. Вы знаете, у меня много к вам вопросов. Первый вопрос, скажите, а что это у вас за песня играет, когда я ожидал соединения? Ну, старая, добрая песня. «Орлята учатся летать». Да, нам тоже меня немного позабавило. Поднимает настроение. А вы не подскажете, меня интересует, ну, квартира там 65-66 метров из двух комнат. Есть ли сейчас наличие в жилом комплексе? Самое минимальное у нас 69 квадратных метров площадь идет. Угу. Вот такие есть, да, в наличии. И самый минимальный бюджет — это 1 445 000 рублей на втором этаже. Скажите, а повыше этаж? Если посмотреть ее же повыше немного, вот есть шестой этаж в наличии, далее после второго, стоимость идет 1 899 000 рублей. Скажите, а вот стоимость, то, что на втором этаже ниже, это с чем связано? Да, вот это второй этаж, вот и все. Нет, ну, можно также сказать, что это только шестой этаж. Нет, а это может быть связано с тем, что слишком низко, нету видовых характеристик хороших, или... Да нет, вы знаете, у нас с точки зрения видовых характеристик даже второй этаж, он достаточно серьезно отличается, ввиду того, что у нас природоохранные зоны, которые к нам примыкают, у нас достаточно большой перепад в высоте идет, и второй этаж может вам показаться как, ну, к примеру, наверное, высотой пятый, учитывая,
учитывая деревья, которые, ну, по факту, они значительно ниже растут. Поэтому, ну, вы будете так в центре деревьев, весь будет из окна. Хорошо, скажите, а вот что касается паркинга, это обязательное условие приобретать место, машиноместо на подземном паркинге? Нет, нет. То есть я могу парковать свою машину на гостевой парковке? Да, конечно, там порядка 80 машиномест, плюс вполне возможно, может, какие-то места будут сдаваться в аренду. То есть, ну, нельзя исключать такую возможность. Жильцам имеется в виду, а не просто всем подряд, только жильцам. А, ну да. Может быть, вы не подскажете, а вот ввод в эксплуатацию и получение ключей, когда можно ориентироваться? Получение ключей не позднее 31 марта 2017 года будет. Именно этот срок он прописывается в договоре долевого участия. Слушайте, а я видел на сайте информацию о том, что объект будет сдан в четвертом квартале 2016 года. Да, госкомиссия начинается в конце этого года уже. Скажите, а сейчас вот в плане инфраструктуры, вот первые этажи, они не жилые, а что там будет находиться? Да, там будут находиться, собственно, коммерческие помещения, они под продажу идут. Кто их будет выкупать, магазины продовольственные, аптека, отделение банка. Достаточно стандартное формирование инфраструктуры на сегодняшний день по потребностям и необходимости жителей. Скажите, а вот меня очень интересует набережная Яузы. Она там как-то облагорожена или не будет доступа к реке? На данный момент, да, там нет облагорожения. Ну, то есть территория, она не облагорожена, к сожалению. Но к 2022 году по проекту именно Непигенплан, у них есть проект по обустройству всех прибрежных зон города Москвы. К 2022 году должны будут здесь привести все это, ну, в такой красивый вид, сделать, ну, не совсем прям набережную большую прогулочную, потому что река здесь, она, ну, достаточно мелководная. Вот. Но благоустроить все это, сделать такие тропинки, собственно, прогулочные зоны, это да, это здесь будет. Хорошо. Спасибо большое. Буду думать. Что касается стоимости, она соответствует заявленной. Срок сдачи, то есть получение ключей по 31 марта 2017 года, как раз это то, что было написано на плакате. Поэтому получается то, что верить тому, что написано на заборе, можно с большей вероятностью, чем верить тому, что написано на сайте застройщика. Ребят, здравствуйте. А не могли бы рассказать, что здесь вообще за район, как здесь вам живется и насколько он безопасен? Вот именно по вашему мнению. Так, ну я живу все это время, с рождения. Насколько безопасны? Ну вот на Подбелке бывшей, это сейчас бульвар Косовского, там есть подсолнухи ТЦ, и там не совсем безопасно, там каток есть, там собирается все, ну, скам, скажем так, то есть такие, скажем так, те, которые уже уголовно преследуются, да, и там кто уже сидел даже и так далее. Ну, а в принципе сейчас благоустройство все идет и нормально становится, более-менее сейчас все обустраивают и отремонтировали полностью Преображенскую площадь на самом бульваре, отремонтировали, потому что там МЦК же проложили, и надо как-то к 2018 году готовиться. Собянин молодец. Как здесь жить? Социальная инфраструктура, поликлиники, школы, магазины? Значит, школы, там 4 школы сейчас у нас в районе, ну, у нас, в принципе, всегда их было 4, скажем так, больница на каждом шагу, то есть, как бы, доступ по записи, все нормально, то есть, там, врачи адекватные и так далее. Ну, часто пробки только бывают, то есть, если смотреть на дороги, то только в этом проблема, потому что съезд на Яузу у нас тут, и надо что-то сделать с этим. До метро вы доезжаете здесь или ходите пешком? Ну, тут две стороны трамваи, и маршрутки сейчас пустили синие, которые, получается, тут 10 минут на трамвае туда, или, ну, до Преображенки, либо до бульвара. Для того, чтобы жить, район хороший, потому что в общем доступе, в быстром доступе магазина, то есть какие хочешь, то есть тут дискаунтеры типа Пятерочки на каждом шагу, Копейка там, там Магнит, там же Дикси и так далее, то есть аптеки на каждом шагу, что еще надо, больницы тут, поликлиники, школы, детские сады, то есть, ну, в принципе, по инфраструктуре никуда не надо ехать, все на в 2 минутах, в 5 минутах с ходьбы. Скажите, а вот
что касается самой криминальной обстановки. То есть получается, что это проблема, которая скрывается, да, то есть в темное время. Но она не явная. Ну, просто внешне выглядит. Она просто есть, и мне кажется, люди об этом знают. Но я не считаю, что это проблема самого района. Мне кажется, это проблема системы. Хорошо, спасибо вам огромное. Прям все рассказали. Спасибо. До свидания. Удачи. Спасибо. Слушайте, а вот что касается самого района, насколько он, по вашему мнению, благополучный? Спокойно ли вам живется? Безопасно ли? Да. И спокойно, и безопасно. То есть вы не боитесь вечерами выйти? Тут нету каких-то там сомнительных... Я пока не встречаю... Ну, как бы, сомнительные люди в пятиэтажках встречаются, знаете? Я один раз проходила мимо пятиэтажек, думаю, господи, хорошо, что мы не здесь живем. Конечно, встречаются, но пока ничего такого страшного я не видела, на себе не испытала. Поэтому не могу сказать. Все, спасибо вам огромное. До свидания. Там район нормальный. Хороший, я бы сказал. Достаточно зеленый. Транспорт, сообщение хорошее. Скажите, а вот, вот эти вот пробки на Краснобогатырской улице? Их не так много, на самом деле, как кажется. Единственное, там, если бы они доделали, где около кладбища поворот направо, отдельную полосу, вообще бы это решил вопрос. Ну, вот. А по большому счету здесь, ну, стройки лишние, что наследие, что это все остальное. Все. Я не знаю, и запах появился в последнее время. Так, что появился? Запах, но по вечерам канализационный. А здесь именно здесь, вот здесь, вот не так давно, буквально, может быть, месяца 3-4, по вечерам очень сильный запах. Как в свое время в Капотне, если вы слышали. Да-да. Вот, похожий. Слушайте, а как вы думаете, с чем это связано? Я валю вот на вот это, то, что подводят. На стройку? Ну, нет, то, что подводят, скорее всего... Ну, просто здесь есть очистные сооружения, может быть, у них там какие-то проблемы возникают? Ну, вот очистные вот здесь, около Яуза, которые, ну, да. Может быть, у них. Может быть, у них, потому что... Когда, знаете, обычно подключается дом, но там... Ну да, там быстро, труба. Да. А если чувствовать этот запах, он... Его главная опасность не в том, что он неприятный запах, а этот воздух, ну, содержит бактерии. И бактерии, и сероводород, который тоже раздражает легкие. Да. Вот. Скажите, а вот как бы вы оценили вообще район с точки зрения благополучности? Как вот здесь живется? Комфортно? Или есть какие-то проблемы, о которых нельзя молчать? Крыс много. Крыс много. Крыс реально много, особенно вот в этих домах. Огромное количество крыс. Ну, а плюс опять, ну, а что, район старый, контингент соответствующий, нормальный, хороший. Ну, вполне, мы, знаете, тоже прошлись. Нет, сам себе район нормальный, нет, район нормальный. То есть вопрос освещения, все в этом плане, в плане коммуникации, в плане, я не знаю, все нормально. То есть про район плохого сказать невозможно. Ну, опять же, близко все Сокольники, ВДНХ. Хорошо. Подводя итоги, я могу похвалить этого застройщика и сказать о том, что вот он, жилой комплекс комфорт-класса. Просторные квартиры, хорошие варианты отделки, вентилируемые фасады, паркинг, инфраструктура района. Одни плюсы. Конечно, есть недостатки, но они незначительны. И если вы ищете хороший жилой комплекс, где будет комфортно жить, то обратите внимание на Яузапарк.